6 хозяйств Тюменского района первыми завершили яровой сев. Несмотря на трудности этой кампании, аграрии уложились в срок. Лидером стало сельхозпредприятие «Агросипальянс». Передовиков поздравили депутаты, представители профсоюза и руководители района. Нынче, наверное, те, кто работает долго, уже не помнят такой весны, такого начала весенне-полевых работ. В прошлые годы мы заканчивали в целом по району уже. В этом году на сегодняшний день у нас 78% ярового сева. Вы большие молодцы. Вы сделали все, чтобы весенне-полевые работы в вашем хозяйстве прошли организованно. Отмечу, что сегодня на финишную прямую вышли в Заводуковском округе. Там зерновые и зернобобовые посеяли полностью. Осталось немного овощей и картофеля. В целом в регионе полевые работы выполнены на 88%.